Всех приветствую на прохождении игрульки под названием «Канцелярские товары». Не знаю, почему так называется, но переводчик мне так перевел. Так, что мне нужно сделать в этой серии? Для начала мне нужно добыть руды. Так, давай мы сюда тебя переносим. Так, нужно добыть тебя. О, отлично. И летучее вещество, чтобы заправить нашу печечку. У нас пока есть не улучшенная печка, а обычная, с помощью которой я плавлю металлы. Так, здесь закрыть. Здесь пока можно закрыть. Как вы помните, у меня здесь стояла хлопотка маленькая, изначальная, как я говорил, я ее снес и перенес все в нашу новую базу. Ну, откуда мы будем здесь начинать строительство. Здесь у меня будет чисто производство. Я потом в этой серии поставлю здесь два дипмайнера, потом центрифугу и посмотрю по поводу улучшенной печки. Возможно, куда-то в эту тут сторону. Где-то тут я ее поставлю. Возможно, она так будет стоять. Ну, то есть, чтобы не отходя от кассы, к примеру, с печки выплавил и мог изготовлять. Не знаю, как это будет все смотреться и реализовываться. Может быть, придется расширить немножко. Убрать здесь окна и расширить сюда, чтобы можно было потом трубы провести. И отсюда потом уже брать сплавы. Так, что у нас здесь новенькое, что у нас здесь старенького? Это у нас здесь идет принтер инструментов и принтер ракеты. Пока я их не начал строить, ну они пока не нужны, до ракеты нам еще очень далековастенько. Нужно сначала позаботиться о еде, воде. Наверное, в следующей серии будем себе строить где-то тут баску. И нужно будет поставить там добычу еды, воды, кислород. Не знаю по поводу кислорода, в принципе, мне в скафандре пока есть нормально. Да, нужно еще будет поставить добычу кислорода. Но там я не помню, там, по-моему, нужно ее будет смешивать с чем-то. Так что ладно, мы разберемся. Так, что нужно? Давайте посмотрим, давайте улучшим наши автолаты. Вот здесь улучшение есть. Каким образом это все происходит? Заходите в принтер электроники, нажимаете и ищете. Так, модуль, вот модуль принтера электроники. Если видите модуль, вот это вот синенький, делаете его. Для него нам нужно что? Для него нам нужно... Да сюда. Вот электрум, это как его, константан и припой. Это все можно сделать наверху в обычной печке. Я сейчас пример покажу, как это происходит. К примеру, где наш металл? У нас есть металл. Металла нет, да? Так, давайте добудем немножко металла. Сейчас покажу принцип, а дальше вы разберетесь. Но в интернете там можно это все найти. Именно какое количество, какая температура должна быть. Вот у нас металл. Все, взяли. Сколько? 6. Отлично. То есть у нас идет 3 к 1. На сталь нам нужно 3 металла. 1 уголь. Да сюда разделить вот так вот. Все, теперь поднимаемся к нашей печке. Давайте свет, наверное, выключим, да? Он нам не нужен. Поднимаемся к нашей печке. Вот здесь у нас есть температура. Сейчас 3,7 ампа и 507 кельвинов, я так понимаю, правильно? Так, закрываем. Сюда идет. Так, мне нужно 2 угля. Нужно 2 угля. О. Так, сколько у нас здесь металла? 6, да. Берем сюда 2 угля. И смотрим, ага, маленькая температурка. Закидываем сюда. Раз, два. Раз, два к одному. Нажимаем, смотрим, температура повышается. Наводим курсор мыши сюда, содержимое. И сейчас смотрим, сейчас у нас получится слиток стали.
только когда температура немножечко повысится. Я же говорю, заходите в интернет, смотрите там пропорции, к примеру, припоя нужна очень сильно маленькая температура. Для стали побольше. Так, давайте еще закинем. Так, раз. Два. Нажать. Температура по... О, вот, видите, слиток стали получился. Все, отлично. Забираем этот слиток стали. И спускаемся вниз. Тихо, тихо, тихо. Так, дай-ка мне, пожалуйста... Ломик. Во, все. Теперь не будет сильно так шуметь. То есть, в принципе, поняли, да, как делать? Находите температуру, находите количество, к примеру, там на припое, я не помню, нужно серебро, золото, к примеру, один к одному, и температура определенная, и выплавляете. Ну, это с обычными. С обычными металлами так работает. Так, у меня слиток поврежденный. Давай его сюда положим. Потом мы его используем. Так, включить свет, тут закрыть, закрыть, закрыть. Теперь берем это в руки. Берем в ручки. Опять как его отвертку и улучшаем. Что здесь можно улучшить? Вот принт электроники, раз, улучшили. Здесь идет принтер инструментов, автолат. Улучшаем автолат, и когда вы улучшаете автолат, у вас появляются новые вещи, которые вы можете делать. Все, здесь ракета. Ну да, ракета же новостенько. Это у нас принтер инструментов. Принтер инструментов можно делать вот эти очки. Очки, очко и тапочки, которые позволят тебе видеть, где лежат, к примеру, жали, эти залежи ископаемых. Так, нужно дождаться окончания бури. Нужно дождаться окончания бури и пойти устанавливать DeepMiner. Чтобы вообще не париться по поводу лутания всего этого. Так что... Что нам для этого понадобится? Нам понадобится сталь. Вот, два дипмайнера. Кабеля понадобится. Вот, ветрогенераторы большие. Пару штучек себе сделал. И плюс центрифуги. Так, давай сделаем так. Блин, долго ли будет буря это идти или нет? Просто я вышел бы на улицу, но оно будет шуметь, и вы реально меня не услышите. Тут звуки такие непонятные. Вроде и тихо в один момент, а потом начинает орать. Да, поставил себе батарею. Кстати, батарейку я себе сделал. Так, набор батареи. Да, есть компоненты. Ага. Трансформатная труба нам тоже пригодится. Надо будет потом как-то провести свет. Ну давай, буря, заканчивайся. Да, если бы я сейчас бы не обнес бы это все стенками, то бы это все повреждалось. Ну, видите, как металл, да? Он полежал немножко на улице, и видите, желтая полоска у него началась. А если, к примеру, я выйду... Где ты? Я выйду и положу его, если его, конечно, не унесет. Вы посмотрите, как повреждается еще больше. Так, чтобы его, главное, не унесло. Повреждается еще больше. Так что, ладно, так. Давай сюда. Давай, давайте выкинем. Ты нам не нужен, все. Беги, ты свободен. Так, что нам нужно здесь делать? Давайте определимся, куда мы будем с нами ставить наши ветрогенераторы. Так, а я не помню... Где тут вход, где тут выход? Ага, по-моему, вот так. Так, раз. Правильно, да. Два. Три. Вроде бы отсюда будет выходить энергия, которая нам нужна будет.
Так, отлично. Это мы установили. Здесь нужно будет, наверное, поставить кабинку для батарейки, закрытой стеночками. Либо здесь батарею поставить. Сейчас посмотрим, потому что буря реально все повредит. Да, и не забывайте, если вы будете ставить маленькие батареи солнечные, вот такие, как у меня, то закрывайте ее окнами, потому что она тоже будет повреждаться. То есть печка нет, эта печка тоже не повреждается. Вентилятор, вы сами видите, тоже вот эти турбины. А вот солнечная панель может повредиться. И ставьте вот такую вот пассивную вентиляцию. Потому что когда без пассивной вентиляции я ставил, у меня то она тоже повреждалась. Не знаю, может исправили... Это не исправили, но на всякий пожарный случай я так сделал. Так, давайте подождем, пока мне закончится. Давайте реально подождем, пока мне закончится, потому что не хочу кричать. Во, во время бури хорошо заряжается. Вот я думаю... Где мне в дальнейшем ставить старт, эту площадку стартовую для ракеты и плюс для торговца мне надо. Мне либо расширяться вперед и там где-то ракету ставить, а здесь где-то взлетную площадку выводить вот отсюда. Либо прогрызаться через эту скалу. Надо будет реально потом подумать, чтобы это все гармонично смотрелось. Да плюс нужно будет наделать много батарей, много ветрогенераторов, солнечных панелей и автоматических, наверное, надо будет наставить. Потому что электричество, все, что я задумал, моя база будет есть очень-очень сильно и быстро. Здесь-то мне хватает, я поставил два ветрогенератора маленьких. Солнечную панель, плюс еще подсоединил здесь генератор на угле. Так что если здесь заканчивается, прям я тут работаю в поте лица, то я генератор включил, зарядил, и мне отлично. Ну что, буря, давай. Уходи, буря, уходи. Я хочу уже записывать. Ну, блин, и стемнело, да? Вот эти бури затяжные. Это игрульки. Так, ладно, мы ничего не видим. Нужно будет лампы сюда потом еще поставить. Ну и тоже, если ставить сюда лампы, это мне нужно больше электричества. Нужно ставить либо солнечные панели, которые будут... Которые будут таким основным нашим... электричеством, либо вот эти ветрогенераторы. Ну и тоже, пока мисс бури нету, оно все медленно заряжается. Когда буря, то хорошо. Блин, может собрать пока мисс эти штуки, пока мисс там... Ладно, давайте, чтобы не стоять на месте, что нам... То и не то. Что нам тут нужно? Лист стали нужен, да? Хорошо, давай соберем. Хорошо, моток кабеля. Моток кабеля. Отлично. Лист пластика. А у нас пластик где-то здесь был, да? Да, вот наш пластик. Давайте тогда уже собирать, раз нам не дают на уличке. И отвертка, если не ошибаюсь. Чпунькс есть, отлично. Все, подключили, работает. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот у нас здесь модуль ракет есть. Так я понимаю, турбины к ней, да, и все. Все, что там нужно будет. Но с этим я реально еще не разбирался. Я жарю, это для меня новое обновление. Так я играл последний раз 10 месяцев назад. Так что я еще без понятия, что здесь и как. С этим позже, прям максимально позже. Все, буря закончилась? Да, отлично, буря закончилась. Ну, ладно, давай тебя уже соберем, раз я уже
Я уже тут начал. Лишь железо. У нас есть железо вообще? Да, лишь железо есть. Хорошо. Хорошо. Моток кабеля. Чпуньк. И лист пластика. Дай сюда. И отвертка. Так, и давайте мы сразу его улучшим. Окончательно. Во, все, максимальное улучшение есть. Положить, закрыть, закрыть. Что мы здесь можем делать? Дети очки, дети очки. Ты где? То, что я хочу сделать себе. Вот. Сенсор на линзы. Для этого мне нужен Инконель. Короче, вот этот металл. А этот металл у меня делается на улучшенной печке. Не на обычной, которая мы здесь, а его на улучшенной. Так что нужно будет потом делать и улучшенную. Но для начала нам нужно. Так, не то. Нужно взять ломик, открыть дверку. И пойти дальше строить наши дипмайнеры. Не знаю, хватит ли мне на это все. То, что я задумал в этой серии сделать. И не придется ли мне добывать еще бегать ресурсы. Но надеюсь, что все будет хорошо. И мы это все установим. По поводу вот этих турбин я еще не уверен. Генераторов. Так. Первое мы тебя ставим. Вот так. Здесь оно будет бурить. Отсюда, по-моему, будет выходить наша руда. Вторую мы ставим. Не знаю, может впритык поставить. Как думаете? И тогда получится сделать нам центрифуги. Так, одна центрифуга у нас будет стоять вот здесь. А тогда, если есть, то вторая будет здесь. В ряд вот так идти. Ну, в принципе, думаю, нормально будет. Так что давайте ставим, да, вот так две. И отсюда как раз она будет выходить. Шикарно. Так, что нам для тебя нужно? Так, компоненты давай сюда. Кабеля тоже нужны. Батарея еще рано. Кто это? Центрифуга, да. Да, да. Во, вот так. По-моему, на дипмайнер нужна только сталь, если не ошибаюсь. Так, да сюда. Давай смотреть. Листали, да. Хорошо, давай сюда. Хорошо, дальше что нам нужно? Моток кабеля. Так, моток кабеля у нас обычный, и что? И отверточка, да? Угу. Так, давайте так выше поднимем. Бум, хорошо. Хорошо. Так, и нужны электронные компоненты, да. Ну, вот они. Вот эти компоненты. И, по-моему, газовые, да? Не, отвертка. Ну, окей. Так, первый у нас есть. Давайте доделаем второй. Делаем второй. И сейчас буквально одну секундочку. Нужно кое-что сделать. Так, вот, все. Отлично, достроили. Сейчас нужно будет провести электрику. Что тебе нужно? На ветрогенератор, листа, лепить штучек. Ладно. Давай попробуем.
Отлично. Кусочки мотокабеля. Кусочки есть, мотокабеля есть. Ага. Мотокабеля есть. Отлично. И вроде бы отвертка, да? Да, все, шикарно пошло. Пошло, пошло, пошло. Теперь давайте посмотрим, где у нас батарейка. Будет ли она его заряжать. Так, дай сюда. Отвертка нам пока здесь не нужна. Отлично. Кабель. Ага. Кабель, кабель, кабель. Кабель этот вот сюда. Этот сюда. Все, пошлите. Пошлите дальше заниматься нашей стройкой. Да, чтобы вы понимали, чтобы отстроить вот эту вот маленькую базу и добыть все вот эти ресурсы, у меня ушло, наверное, часов 6, так что будьте к этому готовы. Так, делаем, наверное, вот так, да? Что мне нужно сделать, чтобы тебя собрать? Лишь железо. А не помню, есть ли у меня лишь железо. Есть ли у нас тут лишь железо с вами? Лишь пластик. Пластик, пластик, пластик. Пластику давайте положим. Угу. Раз нету железа, давайте сделаем. Так, лишь железо. Только не посмотрел сколько. Ну, давайте штучки 4 сделаем. Штучки 3. Я думаю, больше нам и не надо. Так, хорошо. Угу, отверточка. Бум, шикарно. Все. Должно работать. Теперь берем в руки кусочки. Берем в руки кабель. Так, и делаем вот так вот. И смотрим. Будет ли на его заряжать или отсюда. Так, или отсюда. Не, неправильно, да, подсоединил? Значит, оно должно идти отсюда вот. Так. Хорошо. Давай переделаем. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Может быть и оно его заряжает конкретно с этой стороны. Так, и не могу, да? Почему не могу? Хорошо. Ладно, будет так. Потом посмотрим. Либо перестроим, либо... Либо не перестроим. Угу. Не получается. Ладно, давай ниже делать. Так. Дай присоединиться. Ну, пожалуйста. Ну, игра. Аля. О. Шикарно. Свет выключить. Низкий заряд. Насколько низкий? 50%. Но я думаю, вроде бы должно еще хватить. Вот не знаю по поводу кабелей, хватит ли мне всего этих кабелей, 50 штучек на все, что я задумал. Все, подключено. И давай смотреть. Да, зарядка пошла. Хорошо, значит отсюда нужно будет вот так потом протянуть, когда я установлю себе 3. Пусть пока заряжается, пусть пока заряжается. Давайте поменяем батарейку. Давайте поменяем батареечку. Так, где наши батарейки? Вот наши батарейки. Хорошо. И пошлите дальше смотреть. Так, свет включить. Что теперь нам нужно?
Нам нужно отсюда как-то вывести, вот сюда подключить, а потом к майнерам, чекнем, какие к центрифугам, да? Тогда в руки берем кусачки, проводим проводку. Блин, неужели мне придется бегать потом фармить себе еще меди? Либо не придется. Надеюсь, что не придется, что мне хватит на эту серию. Так, подключаем. Подключаем. Хорошо. Все, правильно? Нет, неправильно. Здесь еще не хватает. Все, теперь должно хватить. Тогда выводим тебя, наверное, куда-то так до серединки. Все, отлично. И ведем тебя сюда. Так, согнуть. Согнуть. И пошли. Так, правильно подключил? Дайте проверить. Да, да, да. Все, правильно подключил. Но пока мне рановато еще включать. Но заряда мало. Ну, на крайняк, если нам не хватит, я просто возьму печку, которая идет на углях. Сюда ее поставим, будем заряжать. Потом нужно здесь будет жирокубиком закрыть это все. Так, что у нас дальше? У нас дальше идет центрифуга. Центрифуга, центрифуга. Так, давай смотреть. Так, здесь вход, здесь выход. Нужно поставить как-то ее так... Как-то вот так, наверное, да? Ровно ж будет, как раз труба будет идти. О, ровно. Раз. Потом нужно куда-то, наверное, вот сюда. Два. Ровно-ровно. Пройти сможем, пройти сможем. Давай сюда еще. Так, закрыть пока месь. Вход-выход, где выход? Вот вход-выход. Хорошо. Давай тогда вот так. И вот тихо. И вот так. Получается один дипмайнер на две центрифуги будет. В принципе, этого должно быть достаточно. Можно было бы и на три, но третья будет простаивать. А один на два как раз будет отлично. У меня, по-моему, так раньше и стояла, когда я, ну, еще давненько играл. Так, давайте смотреть, что здесь нужно. Мне тут, по-моему, нужен тоже будет листали, да? Если не ошибаюсь. Разводной ключ. Листали, да. Разводной, листали, хорошо. Собрать. Собрать. Давай смотри, что нужно. Газовая горелка. Блин, наверное, не хватит, да, мне стали? Или хватит? Раз. Два. Хватило. Прям впритык-впритык. Хорошо. Теперь нужно как-то соединить это все. Будет сейчас трубами. Идемте за трубами. Давайте это пока закроем, чтобы не мешало. Шлем можно куда-то вот сюда подвинуть. Так, транспортные трубы. Где у нас тут? Вот они. И нужно будет смотреть, чтобы можно было как раз... Раз. Два. Нужно сделать как? Чтобы... Отсюда входила, потом везти сюда и тоже сюда на вход. А здесь нужно будет как-то сделать это все на выход, объединить куда-то в эту сторону. Куда-то в эту сторону. И здесь можно поставить будет приемник вот этого вот всего. По идее. Так, а давай, наверное, мы, знаешь, как сделаем? И чтобы можно было видеть это все.
Как тебя разобрать? Хорошо, мне нужны открытые. Открытые. Блин, а где же открытые здесь? Ну, то есть, чтобы можно было это все видеть. Ты? Да, вот. Хорошо. Шикарно. Чтобы можно было видеть, как оно будет сюда поступать. Тогда нам нужно сделать... Где эта штука? Так, как оно? Где оно? Вниз. Не, вниз нам не надо. Вот. Нужно будет сделать вот такую вот штуку. Потом. Сюда. Сюда. Нет, не то. Да ё-моё, дай мне открытую, я хочу наблюдать. Хочу наблюдать за этим всем делом. Во. И здесь нужен будет поворот. Нужен поворот будет. По идее, если я все правильно сделал, когда здесь все заполнится, и здесь не будет места, оно должно будет вот сюда идти и поступать в следующий. Вроде бы как бы, если же, если я все правильно помню, все правильно сделал. Но тут нужно будет проверять. Тут реально нужно будет это все... систему проверять. Ага, мне не хватает. А как бы тебя проверить бы? Так, если мы тебя включим и посмотрим. Так. Можем. Ну, теперь главное проверить, будет ли оно поступать вот сюда, вот так. На. Навряд ли мне здесь батарейки, да? Заряда хватит. Ну, надеюсь, хотя бы одну руду какую-то оно докопает. Мне главное, чтобы здесь вот этот вот переход был правильным. То есть оно должно поступать и в центрифугу, и должно поступать сюда. Вот из-за чего я здесь... Ага, нам энергии не хватает. Нам реально не хватает энергии. Хорошо, давай смотреть. Блин, тебя разобрать, забрать, да? Временно. Окей, давай, наверное, так и сделаем. И посмотрим, правильно ли я там все делал. Да-да-да, не мигай, я вижу. Блин, как бы тебя так бы поставить бы, чтобы все соединить потом. Так, хорошо. И нужно провести тебя будет вот сюда. Отлично, отвертка. А, не отвертка, кусачки. Кусачки. Дай сюда. Все, отлично. И пошли вести. Потом нужно будет жирю. Без записи я потом нафармлю намного таких вот вышек. Чтобы у нас была энергия. И тогда уже...
будет хорошо. Так что поехали. Зарядка пошла, она. Пошла ли зарядка? По идее, пошла. Если я все правильно сделал, по идее, пошла. Да, пошла. Тогда включаем наш дипмайнер. А, он включен. Ну все, смотрим. Надеюсь, угля нам на это все добро хватит, чтобы посмотреть. Просто из-за чего я ставлю сразу дипмайнер, заморачиваюсь, они там, не знаю, там еда, вода, кислород и все остальное. Из-за того, что мне нужно будет бегать, потом искать вот эти все металлы. Я буду заниматься, к примеру, своим делом там каким-то, а здесь будет металл потихонечку копаться, собираться в центрифугу. Так. Ага, я еще центрифугу не подключил, но это потом, потому что мне кабелей не хватает. Мне главное сейчас посмотреть, будет ли оно идти так, как оно должно идти. Не знаю, хватит мне кабелей сейчас 27 штучек подключить это все. Хотя бы примерно разметить. Этим я уже буду потом заниматься. Так, до сюда. Где ты там? Все, тихо. Так, хорошо. Хорошо. Отлично. Так и проверяем. Да, работает. А я не помню интервал добычи руды. Реально не помню интервал добычи руды. Но если она появится, она должна здесь пройти будет. Содержимое 0. Ладно, предлагаю немножко подождать. Запрятать, выключить. Предлагаю немножечко подождать. Так. Здесь можно, я думаю, выключить. Пока месть не тратить уголь. И посмотреть. Чё долго это все происходит? Раньше, по-моему, как-то быстрее это все было. Ну, либо оно тут забито сейчас все. И если я сейчас отсюда уберу вот этот вот кубик, то отсюда все посыпется, да? Правильно я понимаю? А давайте посмотрим. Может, я просто неправильно подключил как-то? Вроде все правильно. Ладно, давайте такую штуку поставим. Так, у меня опять батарея, да, разряживается? 65%. Блин, а чё ты так долго копаешь? Ой-ё, как далеко она ушла. А где руда? Где руда? Почему нету руды? Ну да, здесь поступление 0 всего. Здесь поступление 0 всего. Либо я что-то не понимаю, либо я что-то не понимаю. Либо сюда уже что-то поступило, да?
Так, хорошо. Давай тебя тоже включим, посмотрим. Может, отсюда выпадать начнет. Их, по-моему, было без разницы, куда ставить. Насколько я помню, по-моему, было без разницы, куда ставить. Так. Вроде работает. Что-то мы с вами уже там перерабатываем, да? Непонятно, если честненько. Если честно, непонятно. Почему оно отсюда не выпадает? А, вот, выпало, видели, да? Выпало, хорошо. И пошло. Значит, переработка, да, переработка идет. Значит, и оттуда должно сейчас будет выпасть. Значит, отсюда тоже должно будет сейчас скоро выпасть. Сейчас посмотрим. Да, оно медленно просто идет. Просто идет медленно. Блин, когда уже утро будет? Сильно темно. Ну, давай, выпадай. Там, по-моему, какой-то интервал раз 3-4 минуты, да? Нужно будет потом накопать еще металла. Соединить это все трубами. А, вот что-то выпало. Ля. Вот что-то выпало. 10. Ага, вот, работает. Работает, видели, да? Работает, работает, работает. Так, давай мы тебя выключим. Десять, шикарно, 20. Только я не могу понять, почему оно не поставляется в этот, как его, центрифугу. Давай посмотрим, что в тебе есть или ничего в тебе нету. А, есть, во, нормально переработало. Металла добыли, железо, руда, уголь. А, ну, в принципе работает, в принципе все. Давайте отключим. В принципе, это все работает. Конечно, это все мало по одной штучке, но если включить на пару часиков, я думаю, мы неплохо так с вами накопаем. Все, пока мы по одному. Ну, значит, правильно. Значит, правильно. Значит, нужно сейчас будет сделать что? Докопать еще железо. Установить трубы. Вот так, как я планировал. Потом вывести на выход. На выход куда-то вот сюда. До штуки. И отсюда нужно будет на выход тоже как-то тут соединить это все. И у нас, в принципе, будет... Отлично, шикарно. Можно, конечно, и третий еще ставить, но не знаю, посмотрим. Мне вроде бы и двух хватало с головы. Так что шикарно. Я доволен. Так, давай мы тебя выключим, чтобы она не садилась. Пока пусть батарея заряжается. Реально надо будет ее запрятать, не забыть. Либо она не повреждается от солнечной бури. Че этот какие просто от бури либо повреждается, этого я, к сожалению, крыться пока не знаю. Так, ладно, я думаю, что на этом, в принципе, серию можно и закончить.
поначалу будут вот такие вот маленькие серии, ну там, не знаю, поставили дипмайнер, поставили там добычу воды и добычу еды. А дальше уже будет интереснее, потому что дальше у меня уже будет много металлов, я уже буду развиваться, дальше уже буду строить. Главное, что мы с вами здесь установили. Думаю, мне интересно, как я бегаю. Сейчас буду искать металл, чтобы потом сделать сталь, чтобы сделать потом эти ветряные вот эти вот турбины, чтобы оно его заряжало, чтобы у нас дипмайнер работал 24 на 7. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да потом. Давай, пока мисс оставай, пока мисс печка мне не нужна. Я говорю, в следующей серии уже посмотрим. Либо я без записи отстрою здесь себе базу. Подожду, пока мисс меня все тут накопает. И внутри мы уже будем добывать. Ага, и внутри мы с вами будем добывать уже воду, кислород. И будем думать по поводу пищи. По поводу пищи мы будем с вами думать. Так, низкий заряд. Хорошо, отлично. Тоже нужно будет ставить потом освещение. Воду. Плюс атмосферу делать для наших растений. Не знаю, может получится сделать это все автоматически. Ну, чтобы просто семена тут закинуть и забыть про это все. Но это будет уже в следующих сериях. Как думаете, стоит третий манеж заставить или нет? Можете написать. Возможно, пригодится. А возможно, нет. Может, лучше сюда поставить улучшенную печку. Здесь штуку, которая будет принимать, получается, сортировщик. Я не помню, как он называется. Я помню, что здесь есть сортировщик, что туда будет поступать руда наша. И она его будет сортировать. Ну, чтобы проще было, к примеру, подошел, там нажал кнопку, посмотрел, ага, нужно 50 металла. Опа, и забрал 50 металла. И оно будет его стаками по 50 вроде делать. Так что как-то так. Ладно, всем мур-мур, пока-пока. И еще раз, да, потом. Всем, услышимся, ребят.